Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Садурский сад», с вами Алена. По рекомендации уважаемого мной розовода Галины Баскаковой заказала в питомнике меховских Звягинцевых. Получила от Звягинцевых, потому что эти два питомника зимой разделились. Волнуюсь. Ну, сейчас посмотрим, что там такое. Поехали! И сразу такая памятка от питомника, рекомендации. Всегда приятно. Спасибо большое за заботу. Смотрим саженцы. Я их уже распаковала. Так, саженцы завернуты были во влажные опилочки. Это у нас братья Гримм. Очень хорошая розочка. Такая у нее корневая. Вот что-то немножечко на стволике. Ну, наверное, это отломанная колючка. Саженцы явно однолетки. Однолеточки. Так, эта розочка. Жорж Данжан. Очень красивая роза. Вот такой у нее корень, побеги небольшие, белых корешков не наблюдается. Так, здесь у нас Нельсон Манфор, неплохой корень, есть побеги, почечки пробиваются. Так, Pour l'amour de Yun Chateau. Я очень давно хотела эту розу, удалось заказать. Ну что, она у меня сразу в любимицы заходит. С такой корневой и достаточно развитым верхом. Вот здесь что-то у нее такое. Я думаю, это загар, это не болезнь. Однородное покрытие, причем только с одной стороны, видимо, как ветер дул и наносил. Ну, правда, вот здесь что-то, насколько видно, не знаю. Ну, надеюсь, что ничего страшного. Pour l'amour. Ну, ты мой любимец. Чтоб был жив. Друзья, это я уже разворачивала. Вот, поэтому неплотно завернуто. Так, это Бенджамин Бриттен. Солидный саженец. Хорошо разветвленный верх. Достойный низ. Ну, правда, белых корешков нет ни у кого. Но в целом розы свеженькие. И по рекомендации садоводов, кто выписывает из этого питомника саженцы, саженцы хорошие. Приживаются хорошо, буду надеяться, что и у меня они пойдут в рост. Так, это задохнутик, ты кто? Ну, ничего, мы тебя вылечим. И меня вылечим. Я еще на осень заказала в этом питомнике. Шарль де Нерво. Ну, вот такой вот симпатулик, крохотулик. Ну ладно, с любовью посадим и будем любить. Так, это Pink Morse Duck. Это сама по себе розочка очень небольшая, поэтому вот такому верху я не удивляюсь. Корешочки вполне достойные. Но в целом розы свежие. Ничего сморщенного нигде нет. Кое-где чуть-чуть темненькое. Но я думаю, надеюсь, что ничего страшного. В целом я довольна. Я довольна заказом в целом. Будем сажать. Будем любить. Будем выращивать. Ну что, друзья. А вы смотрите, делайте выводы сами.
кому что нравится. Дело вкуса. Я буду с позитивом и надеждой ждать следующую посылку. Спасибо за внимание. Добра и здоровья. Заглядывайте.